Ребят, всем огромный привет. Меня зовут Настя, Василиса, короче, погнала. Мы вышли погулять, у нас сегодня дождливая погода, но сейчас немножко распогодилось. И мы идем во двор к ее подружке, к девочке. Так что будем гулять вместе. Насчет заболевания коронавируса я не переживаю, потому что там все очень серьезно. Девочка с диагнозом лейкоз, родители очень сильно следят за всеми ее общениями, поэтому мы, скажем так, в кругу безопасности. Единственное, что Василиса еще наденет маску, чтобы уже точно не заразить подружку, если что, вдруг где-то как-то. А так гуляем. Все, забусовали. Давай. Дорога неровная, ехать не получается. Так, ребята. Прогулка у нас не удалась, начался сильный дождь, так что мы обратно к дому. Василиса сказала быстро ехать, сама стараюсь быстро идти. Дождь идет очень сильный, но погода прямо, скажем, весенняя. Ну, майская, майская. Очень здорово. Зелень такая насыщенная, толстенькая такая. Я люблю, когда так. Еще бы дождя не было, было бы вообще круто. Самое интересное, что солнце откуда-то светит. Вот. Но мы мчимся домой. Прямо около нашего дома. Жесть. Как его прогнать? Кш. Все, Василис. Все, погнала. Нет, давай, иди сюда. Он улетел. Давай бегом домой. Обратно полетит. Куда он улетел? Давай. Куда он улетел? Вон он летает около окна. Нет, вы понимаете, какая вообще пакость? Небо голубое, солнышко блестит. Мы только что прибежали домой. Что, опять идти гулять? Мы пришли домой. Василиса решила смотреть энциклопедию динозавров. Вот я такую купила когда-то книжку. Я не обратила внимания вот на это в дополненной реальности 4D. Мне просто понравились сами картинки и какие бывают динозавры. И Василиса, конечно, с удовольствием это все смотрела. А когда мы открыли эту книжку, тут, оказывается, есть вот такая программа, в которой вот можно прям действительно, как будто настоящий этот динозавр, его посмотреть. Это так забавно и так интересно. Тут вот есть ключ, еще что-то. Вот сейчас я гружу эту программу, что-то она у меня подзависла. Сейчас попробуем. Но мы уже делали, просто планшетик у нас старенький, весь битый, перебитый. И вот иногда он так подглючивает. Сейчас попробуем. Там в программе, в общем, набираешь название, и спокойно выбирается вот эта книга, и он что-то там загружает. А мы учим английское стихотворение. Расскажешь ребятам? Сейчас она загрузится. Ага, расскажешь ребятам стихотворение? Сейчас оно загрузится быстро. Стихотворение расскажешь, спрашиваю? Нет. Ну чего? После динозавров. Как планшет направляешь, а там появляется динозавр. Вот такой. Немножко наклони, Василиса. Вот, и ты будешь его сбоку видеть. Держи. Это кто? Как его зовут? Тиранозавр. Его зовут Тиранозавр, и он жил 67-65 миллионов лет назад. Мама, держи чуть-чуть, пожалуйста. Почему? Я не хочу. Ты же хотела на него посмотреть? Он сейчас вылезет и тебе откусит голову. Он ест мясо. Ну, надо его покормить. Чем? Мясо. Подожди, это можно нажать что-то. Давай нажмем. Ух ты. Смотри, это тебе покажут, где он жил. Вот, видишь, красненькая. Да, точечка. Вижу. Он ушел. Он ушел от нее. Съел мясо.
ребята, ко мне пришел доктор. У тебя чемодан, Василис, показывай. Чем ты будешь меня лечить? А что у меня болит? Надо сказать, что у вас болит. У меня болит ножка. Болел. Да? Тоже ножка болела? Да. Ты ее вылечила? Ну да. Ножка вылечилась. Угу. Это? Ты меня будешь слушать, что ли? Угу. Все понятно. Какой ножки? В этой. Это мне лекарство? Да, для ножки. Ух ты, ничего себе, какая таблетка красивая. Да, формы звездочки. Это мне надо съесть? Угу. А, давай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. Что ты мне будешь выписывать рецепт? Так. Угу. Интересно. А когда я выздоровлю? Надо вам узнать, что почему у вас не болит ваша ножка. Да. Раза в день ногти. Надо мыть 3 раза в день ногти? Угу. Ничего себе. С мылом. С мылом? После улицы. Понятно. Значит. Ой, все упало у меня. Угу. А вот там самое главное. Самое главное. И что там? Там мои украшения. И даже ножницы. Угу. И что ты им отрезаешь? Я ими отрезаю ногти. Да? Такими большими ножницами? Ну, не совсем я отрезаю. Ну, я тебе показываю. Я тебе отрезаю, когда придет на помощь. Я отрезаю ветки от Яграда. Угу. Такая покафая. Да? Угу. Ты крутой доктор, у тебя очки есть. Да? Ты лучше всего видишь в очках? Угу. Нет стеклов. Угу. Прижимайте. Прижимаю. И? Так, укол мне сделали, да? Что еще будем делать? Бабушку пойдем лечить. Вы все уже? Да, все. А теперь куда? Мы пошли к бабушке. Бабушку лечить? Угу. Все понятно. Ладно. Спасибо вам большое, доктор. Пусто вовле. Mm-hmm.
Ну что, ребятушки, я пошла в детский мир. Там очень хорошая акция на обувь. И так как у меня маленький размер, я иногда себе покупаю в детском мире. Поэтому сейчас пройду померю, заказала два размера. Померю для работы тапочки, чтобы... Ну, кроссовочки такие сетчатые, чтобы бегать на работе. И заказала от своей любимой компании игру типа Дженги. Компания Аттива. У нас есть несколько игр от них. Хорошее достаточно качество. Поэтому заказала. В отличие от Дженги, она стоит около 200 рублей. А Дженга 1000. Поэтому будем перебиваться Аттива. Пойдем поглядим, что там. Я не была там с начала карантина в детском мире. Ребят, я пришла из детского мира. Вот такие вот кроссовочки. Короче, тут не написано, сколько они стоят, но они... мне подошел 37-й. Их, видимо, активно мерили, он был и последний. И я надеюсь, что такие они прям. Они легенькие-легенькие и из вот такой вот, как резинки. В общем, что там у меня происходит? Так, и купила вот такой Big Boom от Сева за 200 рублей. По-моему, даже в фикс-прайсе есть что-то подобное по 199 рублей, но этот побольше, этот почти как оригинал. Дженга, по-моему, еще больше, но Дженгу, на Дженгу жалко денег. Что по качеству? Ребят, конечно, не идеальная эта история, и Дженгу, конечно, стоит купить домой, а эту, например, отправить потом на дачу летом. А так, штука действительно крутая, и из нее мало того, что можно просто что-то строить, или еще можно и играть. Я думаю, что со временем оно, конечно, немножко пооботрется и будет не такое шершавое. На данном этапе это такие шершавые достаточно. Можно посадить себе занозу, наверное, если очень захотеть. Ну, за 200 рублей, я думаю, что отлично, потому что это натуральное дерево. Вообще, компания вот эта хорошая, мне она нравится. Тут вот написано, что можно делать, что нельзя. Правило, вот такая картонная коробочка. Ну да, Дженга поприкольней. Это слово идет. Грейв. Я раскрашиваю. Ну, покажите все, грейв. А Василиса занимается. Английским языком. Они занимаются этим, вот по этим книжкам. First Files. Оксфорд. Дочь, смотри, да, еще слово. Давай-ка, наверное, Василиса. Василиса, вот это слово. Василиса, зачем? Вот такое простое слово, как по... Лемон. 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 Ну, конечно, лемон. Мы тоже, ну, похоже на лимон, лемон. А теперь давайте из того, что мы как бы еще пока точно не знаем. Ну, давай, Ариана, скажи, если ты знаешь вот это слово, то как это будет по-английски? Plums. Plums, либо plum. Давайте скажем три раза каждый. Plum, plum, plum. Еще пока Василиса занималась английским, я пораскрашивала, и у меня уже вот такое небо. Не знаю, как получается. Мне пока нравится. Хорошо так получается. Тут уже, вот видите, купол, по идее. Прям вот так вот ровненько. Творческие люди, что? Ребята, у нас вечереет. Василиса строит башенку. Мы будем играть в нее, да, дочь? Ножки уже устали. Ножки устали. Сядь на диванчик. А, я не рассказала, тут у нас Василиса что сделала. Взяла и намазала момент на диван. Я сейчас ищу антиклей. Ой, испачкалась. Ну, это отряхнется. А вот что сделать с моментом, который надо снимать отсюда каким-то образом, я не знаю, будем думать. Есть, оказывается, жидкость, называется то ли антиклей, то ли стоп-клей, которым можно типа снять. Но ее нет нигде пока в наличии. Я не знаю, найдем мы или нет. Пока не нашли. Тут у нас готовится шашлык. Это шашлычница советская. Вкуснота. Будет царский ужин. Нечего оставить.
такой салатик еще не готов его снимать. Так, а я буду немножко работать, потому что иначе меня выгонят отовсюду. Ну что, башню мы построили. Так вот выглядит игра еще раз. Будем... Кстати, здесь нарисованы вот эти прямоугольнички закругленные, а на самом деле они ровные полностью. Ты еще это включила. Начинаем. Василис, ты первая или мама? Я первая. С верхнюю нельзя. Первые верхние три нельзя. Вот тут? Да? Тут можно, да. Нет, надо наверх класть. О. Угу. Ой. Оно скользит. Так. Давай, Василис. Еще страшнее и страшнее. Она, по-моему, какая-то стала у нас... Кривая слегка. Я даже не знаю, какую мне взять кусочек. Если ты оторвешь который один, его он сразу упадет. О, башня наша развалилась, да? Вот тебе и бух. Ну, мы надолго поиграли. Папа, пока, ребят. Пока, ребята. Мы пойдем укладываться спать. Ну, я ручка. Смотрите, какая ручка. Ручка. Всем спасибо за просмотр, да? Подписывайтесь на канал.